Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть «Растения против зомби. Герои». Задание, к сожалению, я не успел, ребята, записать. У меня только вот одно осталось, и то я вовремя успел глянуть. Но у меня есть кое-что поинтереснее. Мы попробуем сегодня выполнить некоторые геройские задания. К первому заданию я уже типа подготовился. Оно у нас выглядит вот так. Нам нужно будет автора эпитафии, ребята, чтобы он разыграл силу трем зомби. Но нам нужен только один зомби. Поэтому я уже подготовил ее. Три боя попробовал выиграть. И нифига, ребят, меня разносили там в пух и прах. Причем выпадал кто угодно, кроме этого чувачка, который прокачивает надгробие. Давай посмотрим, может быть, сейчас получится или нет. Для чего я это делаю? Ребят, нам не хватает 60 самоцветов для того, чтобы мы могли приобрести 11 паков, грубо говоря. Ну вот, начинается нашли. И это у нас... Блин, да что такое? Вся высшая лига, ребята, на меня сегодня нападает. Вся высшая лига. Я ничего сделать не могу. Так, ну и что, этого уберем, наверное? Давай так оставим. Ну давай, поставим этого автора эпитафий. Кого он там сейчас? Ну, как тусенка влепил. Влепил, ребята, он как тусенка, да? Давай сделаем вот так. Будет он, интересно, наносить два урона по земле? Нет, нифига. Делать немножко другое. Сейчас еще крутанется здесь. Этого-то мы в любом случае выкинуть можем отсюда, если что. А если понадобится, да? Да я, наверное, пока трогать не буду ничего, ребят, здесь. Еще и бонусную атаку. Давай их излуем. И вот так поставим. Ну давай, давай, давай. Поехали. Да, неприятно, ребят, конечно, получается. Но что сделаешь-то? Пятерочка выручает. Погнали. Come on. Пока так. Он для меня, ребят, подготовил сюрпризик, да? Что-то такой довольно неплохой сюрприз, я понимаю, меня там поджидает сейчас впереди. Ладно, у нас есть вирусы. Давай посмотрим. Страус. Поехали. Блин, два урона по земле сейчас, наверное, сделает. Чувствую я, ребят. Не, утягиваю две карты. Ё-моё, прокачать этого фламона. А что мне это аэрозоль? Аэрозоль мне ничего не сделает, ребят. Ну, опять вызвал этого пугала огородного, да? Все на этом, да? Поехали, ребят, прокачиваться. Ha ha ha!
Вот так вот. Ах, гад, сдался. Сдался, друзья мои, ну чой. Так, что у нас получается? А, я же эпитафий этот, ребята, эпитафий не сделал. Он вообще хоть есть у меня этот эпитафий? Я что-то не могу понять. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Да вот он, три штуки, ребят. Три штуки специально взял для этого. Он мне не выпадает уже сколько? Это уже четвертая игра, получается, мы играем. Опять зубостезила. Вот от зубостезилы я как раз, ребята, и получал звездюлей. Угу. Ну, давай хотя бы так оставим. Этот ханурик мне нужен. Уж не знаю, как сейчас там пойдет у нас игра. Давай так сделаем. Посмотрим. Вытягиваю две карты. Чувствую, на хилах опять, да? Давай так сделаем. Не знаю, что получится из этого всего. Угу. Вот так вот он делает. Ну, я понял тебя. Я пока ничего не буду делать, друзья. Я хочу через вирус сейчас сыграть. Че, выкинем этого хламона или как? Или через вирус все-таки сыграем? Поехали. Я знаю, что он хочет сделать, ребят. Он хочет... Да дофига, ну что он хочет? Давай так попробуем. Я так и думал, ребят, что вот эта фигня будет. Ну что, выкидываем тогда его, понятное дело. Так, сброс у нас, если что, будет. Давай вот это сделаем. Что-нибудь делать. Потратил. И это хорошо. Но самое-то главное, что он, ребята, под хилами. Под хилами. Он опять со своей кукурузой. Пускай бомбит. Бомбит. Все. Так, что получается? 7 в лицо, да? И сразу у него 4 хп. Кукурузу можем выкинуть в любой момент. Даже вот сейчас, в принципе, для нас не проблема. Даже выкидывать не буду. Сделаю вот так вот. Да и все, пока. Огурец раздавим. Шаманы эти прочерки нам по барабану, если честно. Давай этого раздавим. А этого выкинем, да? А зачем, в принципе, выкидывать, друзья мои? Лучше сделать-то, выкинуть его или не выкинуть? Ай, выкинем. Поехали.
Воу! Даже без брони, ребята, блок не сработал. Я думал, что блок сработал. Эпитафий-то опять, ребята, он никак, он не прокачивает у нас, понимаешь, эти могилы, блин. Твою налево. Как его, блин, реализовать, а? Твою налево. Ты посмотри, ночной колпак, 48 ранг. Ёпрсеты. Ну, вот ночного колпака мне здесь только не хватало. Обязательно оставляем флакончик. Поехали. Сейчас бомбанет своим ночным колпаком его. 100% тебе говорю. Ему не резон здесь выставлять гриб. Даже так? А я ничего сделать не могу, ребята. Бедный бродяжка. Бедный ты мой бродяжка. Тебя уничтожили. Ну что, заморозка так, ребят, остается мне. Нет, парень. Давай, наверное, так сделаю. Я хочу, чтобы он тут появлялся. Что-то делал. Надеюсь, тебе могилоеда нет, у него он может заморозить меня. Заморозить сможет. Да, ночной колпак отнял у меня уже почти все хп, блин. Так, поехали. Я не знаю, наверное, сюда поставим. Блок же будет, да? Я думаю, нет смысла, ребята, бомбить. Ну что? Что? Ну давай сделаем так. Тогда вот так еще. Колпак на ягодных миксах. Посмотри-ка. Так, ну этого выкинем отсюда. Понятное дело, да? Я теперь буду знать, что ну там фруктовый микс. Что у него там фруктовый микс. Давай так сделаем. Ой, чё я тупанул-то? Ёпарсетеры, ты нафига с... Ой, дурак, блин. А, ребята, ну это пипец просто. Ладно, есть хотя бы вот эта штука еще, может быть, она сработает. Иди отсюда, а, пожалуйста. Надо сдувать, ребят. Сдувай, блин, кого-нибудь. Клубнику сдуй. Почему ты не то, что нужно, сдул? Ай-яй-яй-яй-яй. Но он же сейчас фруктовые миксы сделает, так ведь? Да, скорее всего.
Ладно, подождем, посмотрим. Конечно, надо было мумию по уму, ребята, делать, но он ее запинает. На клубничке-то на этой. А так, даже не знаю, сюда кого-нибудь поставят. Клубник, ту же самую, если влепит сюда, это будет больно. Ладно, сейчас посмотрим, ребята. Конечно, лучше бы заморозочка была бы. Но тут я сфылился. И опять же, ребята, опять же я не разыграл этого. Как его звать-то? Который улучшает мои надгробия. Эпитафия. Просто в трубу его, блин, запинали. Специально ждал, да? Владимир, до последнего, блин. Сейчас можно, ребята, ему пробить лицо, если честно. Да, я немножко удивлен, что он ничего не стал ставить. Почему? Почему ты ничего не стал ставить, колпак? У тебя такой шанс был вообще просто мне зафигачить на изи. Может быть, у него глюканула игра. У меня, кстати, такое бывает, что глюканула. И когда я начал опять играть, уже все, меня там половину команды моей разобрали. Не исключено. Три эпитафия, эпитафора этих взял. И ни одного не могу, ребята, отыграть. Просто не могу отыграть. Так. Зеленая тень, 28-й ранг. Зеленая тень, 28-й ранг. Не, парень, вот это вот. Тут вот не надо мне здесь ставить. Бери это лучше подальше куда-нибудь. Я пока ничего не буду здесь делать. Потерпим чуть-чуть. Вот так вот сделаем. Что он там может? О! Значит, прокачка пошла, да? Он хочет, ребят, прокачивать. Давай я сделаю так. И 5 с лишним, сейчас еще этот накатит, да? Груси. Понятно. Это последнее, что он тут успел выставить, я надеюсь. Да и хорош пока. Плюс 2-2, все получают. Хорошо. Что мы можем сделать? У этого чудика мы можем заморозить. Только вот надо ли нам его замораживать? Давай я заморожу тебя, если. И сделаю вот так еще. На воду надо было ее ставить. Знаете, Рэй, ты что-то вообще тупишь, блин, по чернаку. Делаем. Этого ставим. А ну что? Что делаем? Погнали. Р
Разнесет гаденыш, прикинь. А, блин, двое не подходит. Так, пошел на набор карт. Блин, здесь бонусной атаки не вытянет, честно, какой. Поехали. Ну давай так. Итак. Что мы можем сделать? Уничтожить. Нет, да? Поехали. Разбомбил. Где эпитафор? Ребята, где он? Ну, заколебал ты со своим пнем, а? Пень забирай. Пень. Вот так. Поехали. Все, что ли? И все, друзья мои. Сейчас блок. Так, сделаем. Что тут можно сделать? Эй, бесенок мелкий, да? И все? Ух, как хорошо, ребят. А чё хорошего? Сейчас же... Ой, блин, сейчас же... Про этого-то забыли, блин. Про этого забыл, что он, ребята, в три стороны бомбит. Совсем же рейд заигрался. А чё ты хочешь, ребята? 3 часа ночи, блин. Отыгрываем эпитафора, называется. Угу. Заколебайся его, по ходу дела, тут разыгрывать, если честно. Слушай, ну здесь вот плохо. С орехом могилы, мне кажется, они не прокатят. Не, ну я попробую, конечно. Видишь, он начинает с ореха. Ну давай я сделаю так, допустим. Бомбанем ему этот орех.
Будет он его лечить, там что-нибудь будет вообще делать с ним? Давай так сделаем. И вот так. Как-то так пока. Сейчас будем смотреть, есть ли у него здесь могила еды. Друзья мои, есть у него могила еды? Пускай тратит. Прокачивай, прокачивай. Он у тебя улетит потом в трубу. Давай еще раз проверим. Что делаем-то? Давай этого выкинем отсюда. Нам-то в любом случае крышка. Поехали. Так, посмотрим. Бомба есть у него, интересно? Это ладно, это пускай будет. Поехали. Что у нас дальше-то идет? Дальше у нас идет вот так. Сейчас будет выставлять, они будут прокачиваться. В общем, понял, да? Этого выкинем. Хламон нечестный. Это уже будет после. Давай сделаем так. И вот так. Ребятушки, а у нас выпал зомбот. И это, наверное, хорошо. Чем больше гаденышей он выставит, тем лучше будет для нас, ребят. Верно? Не реализовать, ребят. Все, да? Поехали. Ой, так сделай. Ну, этого выкинуть, наверное, получится, интересно, или нет? Да, этого придется, наверное, выкидывать. Поехали, друзья. Блок сработал. Опа. Опачки.
все? Так, ребят, вся надежда на вирус. Ну, в плане, как на вирус? Что, если два вируса выпадет, то будет круто. Если нет, будет печалька. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как некрасиво-то, друзья мои, получается. На тебе, орех, шире. На! Эпитафор, ребята, не сработало. Вот в жизни бы не подумал, что так будет сложно сыграть эпитафора. Ну как так-то, ребят, ну как? Три штуки у меня. Три! Сыграть не могу. Ну бредятина полная. Полнейшая бредятина, ребят. Чё, как тут сделать так, чтобы он отыгрался? Я не знаю. Максимальное количество ты их можешь 4 поставить. У меня их 3. Шанс выпадения должен быть офигенным. Но его нет. Мне еще, блин, подсунули. Ты посмотри кого. Да, друзья, мне подсунули. Ну давай сюда поставим. Сейчас ведь 100% солнечным ударом звезданет. Мне так кажется. Нет, у него что-то похуже, чем для меня есть. Такой партизанчик, ребята, у него втихушку здесь. Ну, если возьму, так поставлю. Ему не везет. Друзья мои, эпитафору просто, ну, не везет. Я не знаю, как еще это можно сделать. А, во, еще один. Ну, давай так попробуем. Глядишь, может, что сработает у нас. Сдувать его как-то неохота. Ну, придется, наверное, да, друзья? И... Да ладно, пускай. Каши не просят. Не говори, что ты будешь на этих грибах работать. Неужели действительно нападет на, на грибных этих? Ты посмотри, а. Угу. Уменьшает. Но у нас, ребята, есть потом кто? Могилоед, хотел сказать. Могильщик? Так его назовем. Мы его спрячем сюда. Я думаю, что это будет оптимальный, в принципе, вариантик. А там посмотрим, что он поставит. Молекулярку, может быть, он? И у него гриб. На грибах все тут гуляет. Ну почему? Твою налево. Хана ей пробьет этот гриб. А возможно и раньше. Уничтожил, да? Уничтожился, пляжу все-таки. Давай так сделаем. Он там сейчас будет махинации делать. Сюда можно поставить, в принципе, вот это вот будет один урон. Пятидесятый ранг. Подсол. Опа, опа. Ты видал, что творит? Ладно, ребята. Что вытворяет? Ты тут полюбуйся, а?
солнечную энергию. Я боюсь, как бы у него не было, ребят, какого-нибудь удара. Солнечный удар потратил? Да, у него вон что есть. Ну ладно, фиг с ним. Все на этом? Да, лети-ка он туда лучше, парень. Так, ну что, я вирус, наверное, сделаю? И вот так. Поехали. Да, ребят, 6 в лицо. Неприятно, очень неприятно. Опять уничтожает зомби, да? Набрал груш и радуется. Ладно, хорошо. Не надо клан ананаса, пожалуйста, ставить. Не, не стал. Так, ребята, остается у него 3 единички здоровья, да? Все, ему крышка. Сминок уничтожит. Блин, да что такое? Ну все не то, ребят. Хрен знает, сколько уже игр сыграли, я до сих пор и не могу разыграть этого парня. Ты же видишь, его специально уничтожает. Он 1-3, его просто разносит в пух и прах. Он не дает даже шанса как-то себя проявить и реализовать. Я не могу с этим тоже ничего делать. Бомбят и все. Ладно, сейчас сыграем последнюю игру. Если не получится, ну что? Так, о. Это, ребята, у нас картофельный парень. Да, это бабах. Давай так вот посмотрим. Не знаю, ребят, если у него есть солнечный удар, это будет плохо. Он с немножко не уничтожит. Сумоист. Давай сюда. Угу. У него микс. Микс, ребят, фруктов. Интересно. А он что, он... Блин, неужели он этих? Я, конечно, не хочу так думать, но, скорее всего, ребята, на фруктовых этих будут играть. Так, ну мы его перекинем, да? Друзья, может, перекинем это? Вот сюда, чтобы он не мешался. Девять здоровья мы оставляем, друзья. И что? Что? А ничего. Никакой, блин, способности команды. Погнали. Да, понятно. Горячку не ставит. Что, у него горячка? Пузырь, по-моему, есть, да, еще? Ну, если я ничего не буду делать. Как хорошо, ребятушки, смотрите-ка. Горячку ставь.
Ставь горечку. Че стоит, дергается? Я говорю, горячку ставь. У тебя горячка там осталась, наверное. В общем, никакой горячки сегодня не будет. Ребят, ну это трэш. Это просто трэш. Я думал, что мы сегодня с вами заработаем. Заработали. Ладно, давай мы выполним тогда это задание. У нас выиграть игру мозговитым зомби-героем. Мозговитым. Мозговитый это у нас кто? Этот. И вот этот, да? Все помню. Ржавый разряд у нас тоже мозговитый. Хорошо. Давай попробуем за ржавый разряд сыграть. Цитрон, чтоб его, а? Чтоб его, выпадает для цитрона и... Что делать-то будем? Давай так, наверное, попробуем. Если он сейчас начнет... Нет, он не орехи, он... Кактус вызвал. Ладно. Уничтожим этот кактус. Защита, она пока мне не нужна, ребят. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Что он будет ставить? Даниэль Лапила. Давай, Даниэль Лапила, ставь что-нибудь, ё-моё. Стоит там, замер. Я не знаю, я думаю, вот на следующем ходу попробовать мне поставить вот этого вот болельщика или нет. Или воздержаться, а? Смотри, достал мне своими кактусами, а? Он меня достал своими кактусами. Давай так сделаем. Че, опять кактус поставить? Он тут много чего может, ребят. Он может... О, и опять кактус, да? Нет, ребят, кактус. Но, видимо, планируется, да? Видимо, планируется у него кактус. Что делать-то? Бомбанет этот хмырь, да, нам? Бомбанет. Ладно, поехали. Фиг с ним. Этого мы потом ракетой снесем. Но единственное, что да, мы получим лицо 5. У кого у нас 11. Но я его все равно разнесу. Давай-ка сделаем вот так вот. И потерпим чуть-чуть. Вот так вот, да, ты, значит, гад делаешь. Ну, что он там сейчас надумает? Он может поставить щиты. Я точно помню, что есть щиты. Но он решил вот так вот сделать. Кто там у нас хоть появляется-то? Воу. Слушай, неплохой вариант, ребят. Хотя бы нам дают карту. Давай сделаем вот так. Ну
Если здесь, конечно, он пробьет, то будет... У него неуязвимка здесь. У него есть неуязвимость. Ой, ой. Он уже не знает, как прикрыться, что бы сделать, да? Ну давай так сделай, фиг с ним. Звезда. Так, ребят, звезду... Ну что мы сделаем сейчас? Вот так вот мы сделаем, наверное, я думаю. А дальше-то что? Блин, а чё у меня у разряда нету этих? Ты заколебал. Звездочёт вшивый. Уничтожил, да? Разряд, разряд, блин. Где твои эти? Я не понимаю, а? Да ты достал со своими неуязвимостями, а? Все. Конечно, мы получаем сейчас, друзья мои. А, нет, подожди. Подожди, подожди, подожди. Шесть. Блин, как лучше сделать? Этого бомбануть или вот этого? Давай этого, наверное, бомбануть. Кто там вылезет-то у нас? Хо-хо! Нормуль. Блин, нифига не нормуль. Е, кажется, он попал. Все зависит от того, кого он сюда поставит. Угу. И все? Нет, ребят, нифига. Но в любом случае ему крышка. Согласись, что мы кобздарики. И цитрона мы вынесли, и, соответственно, мы вытянули за ржавый разряд. Ну, у меня было, конечно, немножко другое, ребята, в планах, если честно. Вы прекрасно видели, я очень пытался разыграть его. Но у меня ничего не вышло. Абсолютно. Ладно, друзья мои, давайте тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.